С театром у меня отношения постоянные. Ну, я 5 лет работала заведующей литературной частью первого театра. Сейчас я там не работаю, но в театре я бываю регулярно. Уровень фестиваля довольно высокий, есть очень интересные работы. Иногда удивительно смотреть, что это делают любители, а не профессионалы. Мне кажется, что непрофессиональные коллективы могут себе больше позволить в плане творчества. Старались подбирать уровнево, конечно, выше немножко. В прошлом году больше было представителей самодеятельности, школьной или институтской. В этом году один только у нас такой представитель, но он идет вне конкурса. И это представитель очень высокого уровня. То есть спектакли более полноценные, более полнометражные, что называется. То есть не коротенькие зарисовочки, как в прошлом году. Их меньше, то есть отбор был более такой строгий. Ну и жюри побольше, более весомые люди, чем мы были в прошлом году. Мне кажется, уровень вырос по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было очень много спектакли, которые, ну, на мой взгляд, недостаточно полноценные по времени. То есть они в основном были получасовые и 40 минут. В этом году такой спектакль только один. Он был показан в первый день. Все остальные полновесные спектакли взрослые. Это час, час 20. Нет совсем длинных, то есть больше 1,5 часов. Самый длинный был вчера, это «Кеч со смертью». Ну и общий уровень самой подготовки, мне кажется, намного выше, чем в прошлом году.